Жили-были 3,5 мудрых гуся. Га-га-га, га-га-га, га-га-га. И 2,5 хитрых карася. Один гусь пошел вперед, другой повернул влево, третий в развалку зашагал вправо, а половина гуся, спотыкаясь, отправилась искать половину карася. Но и караси тоже не ждали. Один поплыл на запад, другой на юг, а половина карася важно отправилась искать половину гуся. Встретившись на речке, они объединились в одно целое, и получился гурась. Однажды он купался в реке, а вода в ней была ледяная. Неожиданно его укусила щука. Он не умер, но его гусиная нога была сильно повреждена. Он попал к дятлу, а тот был птичьим доктором. Дятел простукал больного, выслушал и сказал: «Вылечит тебя тот, кто полюбит больше всех. Ступай, больше я тебе ничего сказать не могу». Гурась был в отчаянии, услышав такие слова, и ответил: «Дядя, дядя, ну кто меня полюбит? Где это слыхано, чтобы гуросей любили?» «Никто, кроме тебе подобных, не полюбит тебя. Это я знаю отлично». «Ну где я найду себе подобных?» «За 3-9 земель в гуросином царстве!» Гурась пустился по белу свету, несмотря на свою ногу. Вскоре он дошел до избушки на курьих ножках, а там сидит бабка-ёжка костяная ножка. Он вошел и поздоровался. «Здравствуйте, бабушка!» «Здравствуй, гулячу! Куда идешь, али едешь?» «Ты бы сначала поесть попить дала, а потом уже спрашивала бы». Она так и сделала, и гурась важно ответил: «Иду я в гуросиное царство. Я хочу найти себе подобных, которые полюбят меня. Тебе, бабуля, ничего не приходилось слышать о гуросином царстве?» «Нет, я ничегошеньки не слышала. Пойди-ка старше моей сестре. Вот тебе клубочек. Куда он покажется, туда иди». Гурась снова пустился по белу свету, на этот раз за клубочком. Много ли, мало ли времени прошло, пришел он в конце концов к другой избушке. «Добрый вечер, бабуля!» «Добрый, Гурасик! Куда едешь, али идешь?» «Добрые люди сначала накормят, напоят гостя, а потом и вопросы подоспеют». По душе ей пришлось это сделать, а гурась тем временем отвечал: «Иду я в гурасиное царство, я хочу найти себе подобных, которые полюбят меня. Тебе, бабуля, ничего не приходилось слышать о гурасином царстве?» «А зачем тебя любить?» «Я купался в реке, и меня неожиданно укусила щука. Моя нога была сильно повреждена. Я поплыл к дятлу, который сказал мне: вылечит тебя тот, кто полюбит тебя больше всех». «Ах ты моя лапочка, ты мой ангелочек. Иди сюда скорее, мой красавец. Сколько лет я ждала своего первого питомца, и вот, наконец, у меня есть гурась.